Так, друзья, всем привет! Горячий привет вам из Таиланда. Сейчас я нахожусь в городе Трат. Вот, друзья, мои хозяева сейчас они в баре, там бухают, в общем, виски пьют со льдом, с колой. Я посидел там, в общем, по приколу еще, по фану, врубил онлайн-стрим, сначала в Инстаграме, вот, потом на Ютубе. Блин, там громкая музыка, разговаривать очень сложно, только нужно друг другу на ухо орать, вот. И меня вот спросил мой друг хороший, африканец-камерунец, они из Камеруна, так понимаю, из Камеруна, страна Камерун есть в Африке, они вот оттуда. Он сказал, типа, написал-то в Google Translate, типа, перевод на русский, хочешь ли ты домой? Я сказал, да, я хочу домой. Вот, короче, мне домой отвезли на байке. В общем, что, они там бухают, да, там виски со льдом. И было, конечно, стрёмно ехать на байке с ними, они же так немножко подбухнули. А он мне говорит, там злые собаки могут покусать, типа. Вот, но я уж не знаю, как отвертеться. Хотел, говорил, что хочу пешком дойти. Потому что, как бы, они там набухаются, с ними еще на байке ехать, то это, я не знаю, в темноте, ночью, блин, это жесть, конечно. И поэтому лучше пешком дойти. Ну, молодые люди, они хотят, конечно, тоже тусоваться, да. Вот, друзья, ну что, сейчас вот, короче, снял на видео, как мы катаемся на байке тоже, да. Одел камеру, значит, на голову, ну, прицепил на специальное такое приспособление, которое обхватывает голову, да, такая резинка. Камеру надел, в принципе, нормально, благополучно проехался, камера ничего не упала, не разбилась, все круто. Сейчас буду перекидывать файлы на ноутбук. Ноутбук хозяйский, вот, а я с собой из дома взял только вот внешний жесткий диск, там 5 терабайтов, но из 5 терабайт, из 5 терабайт свободно всего где-то около 2 терабайт. Ну, этого вполне достаточно мне. Вот, я снимаю в 4К, качество, в принципе, вообще клево, да? Вот, сегодня 4 января, значит, температура воздуха 25 градусов Цельсия сейчас, ну, это сейчас ночь, а днем вообще по 30, и вода еще 27 градусов, ну, там, не знаю, от 22 до 27 градусов вода. Вот, друзья, я сейчас лучше, наверное, чайку попью, вот, чаек с шоколадкой вместо вискаря, да? Вот, заварил себе чай, купил тайского, да, шоколадка. В общем, сейчас спокойно перекину видосики, видеофайлы на жесткий диск, чтобы у меня была, как бы, microSD-карта свободная на экшн-камере. Вот, наверное, завтра с утречка поеду на острова, или на Кочанг, или на Кокут называется, как там, не знаю. Вот, потому что что, нужно на море, да, отдыхать, пляж, потому что эти городские тусовки в баре, вот, с камерунцами, конечно, это прикольно, но в баре можно посидеть и зимой, так скажем, в Москве, да. В принципе, мне уже, считайте, за 30 лет я как бы по барам как-то уже не в кайф мне лазить. Как бы везде одно и то же, этот все это. Танцы, шманцы, обниманцы, это бухлишка, виски. Уже то время, когда хочется спокойно посидеть с ноутбуком, с шоколадкой и с чашкой горячего чая. Вот такая вот здесь, как бы, обстановка, интерьер. В общем, в хозяйском доме я нахожусь один, дом не заперт. В общем, такие дела. Я даже когда гулял по городу, я утром ушел, да, из дома, потому что неинтересно дома сидеть, да, как бы, ну, они знают французский язык, да, эти два камерунца, вот, парня, а я не знаю ни французский, ни английский толком, и пошел гулять, в общем, сказал, что я пойду гулять, вот, что я вернусь, как бы, я пришел домой, никого дома не было, дом не заперт, вообще шикарно, в принципе, об этом я всю жизнь мечтал, чтобы так вот кому-нибудь в гости домой прийти, в принципе, ну, что, я хороший человек, я ничего не буду лазить, нафиг надо. Просто нас наслаждаюсь, в принципе, круто вообще. Ладно, друзья, на этом заканчиваю видео свое. Как бы день закончился, завтра 5 января.
Завтра 6-й день моей жизни в Таиланде. В общем, всем спасибо. До свидания.